Я передаю слово нашей гости нашей республики из Иштравы. Это замечательный мастер Елена Грубова, керамист. Здравствуйте, мне очень приятно, что меня сюда пригласили, и вообще очень приятно, что я познакомилась с Тимуром, познакомилась, во-первых, нас и познакомил. Большое спасибо ему. То есть человек, которого никто не видит, но он обычно везде, я так поняла, что человек, который в Казани, вездесущий. Вот, благодарность ему огромная, что меня познакомил с Рузалией, потому что это вообще чудо-женщина. Вот она настолько энергичная, красивая, прям, я не знаю, солнышко. А так как наш дом вообще студия, я являюсь председателем некоммерческой общественной организации у нас в городе и находимся в центре города, называемся мы Центр керамики и шкаралы Республики Мариэл, вот, не только города. И сейчас хочу показать небольшую экскурсию провести, потому что я сейчас зову, вот познакомилась тоже с президентом Союза художников вашим, приглашала его, приезжайте в гости, он говорит, мы приедем. Слово «мы приедем», но, в общем, очень жду, когда все соберутся и приедут в гости. Поэтому мы записали небольшое такое видео, и вот хотим показать вам, чтобы у вас небольшая такая полтораминутная, двухминутная экскурсия произошла к нам. Вот, если можно, давайте запускаем. Вечер, уже вроде как спать пора, а у нас еще все, солнышко светит, и такая вот красота везде. Такая чудесная керамика у нас. Все это мы делаем сами. Еще нам в Дом Солнца можно прийти потворить самим. То есть на мастер-классе сделать себе какую-то чудесную вещичку, которая будет радовать вас, а вас и ваших близких. Надеюсь, что вам понравится. Ну, вот есть еще вот такие чудеса. Когда керамика делается с доработкой глазури, получаются вот такие вот замечательные, красивые вещи. Необычные. Вот таких вот скульптурок, панно. Все это функциональное, все это служит в быту, в хозяйстве. Вообще очень здорово, когда делаются такие вещи, потому что они неповторимы, у них у каждого есть своя душа. Вот у нас сегодня из печки пирожки такие новые вышли, такие вот кружки с орнаментом. Я бы даже сказала, что орнамент вообще этнический малийский, но похож он, мне напоминает индийский. Ну, вообще здорово.